Внимание своими матами придает изюминку этим трансляциям. Мне дали ачивку. Да, ты что хотел, сын? За то, что мы дерёмся, тебе дали ачивку? Да. 500 матов от Вани. Чё-то поздно я тебе дали, сын. Да. Кандинг мэджик. Как если я прокачал то, что хотел, этого будет волки-то. Можно будет после этого поменять нас второй класс. Так, я не вижу. А, типа. Ну ладно, пусть стоит. Вот так оставлю. А, сейчас сори, еще докачать. Ух, ё-ё, Аня. О, надо к этому, к тётке идти. Да фига. Ну, до фига. У меня всего лишь три. А мне ничего не надо распознать, блин, кажется, ничего. А я так хотел поднять ранг. Так, она ничего не сдает, так потом. Ритоски пока. Сейчас висит. О, слышишь, красиво сдали на того парня, который мы сейчас пойдем, по идее. На Луне? На Луне, говорю. Watch yourself. Я на стучку дойду. О, оружие надо выбирать. У меня 7150. Зелененькие, вы серьезно, ублюдок? Ну ладно. Мастера, мастера подкола. Пушки на шестой уровень, кайф. Сюда мечта. Да, ублюдок. Мазафукер. Что же мне взять, я прям... Да, что же мне больше пригодится-то? Да. Знаете что, пожалуй, ничего. Я побежал. Да. Ты был, конечно, хороший, но это, пожалуйста, деньгами. Да. Так. Чё, а, я не знаю. Скажи, пожалуйста, у там голубая броня, розовая и, там, не знаю, цвет ослиная мочина сорока. Ослиная мочина сорока. Я готов. А я нет. А, пойду. Спрятался, сука, вылезай. Здорово. Так, мы сейчас куда? На... Я ничего только что не говорил, да? Чего?
натуре. Голубой, воронный, уж не тот самый. Блядь, ничего. Так, слушаем. Ну ладно, ваши вот это, или не знаю, хотя бы не кружок. Че, мы сейчас пойдем ее перевыполнять, да? Эту миссию, нет? Ну, нет, мы не на эту, мы на страйк миссию пойдем. Ну, вполне может быть, что... Более-менее, что могу сказать. Ты на красавчик отменял, да, или что? Да. Ну-ка, посмотрим на тебя. Я думал, мы по сюжету или перевыполнять пойдем. Saints Row-то напоминает. Однако. Что? Да, фиолетовый и золотой. Моделька не сужается. Так, ну тоже фиолетовый цвета. Андрей, есть фиолетовый? Я откуда понимаю, сиреневый что ли? Да, фиолетовый. Темный фиолетовый. Нет, у меня только синий есть. И красный. Так, где ты, короче, знаете, моделька не продолжается, уж так посмотрю. Вот, вот тут. По-моему, это синий. Это твое освещение. А что не было я? Ты же сам говорил про зеленый или золотым, или золотого так и не казалось. Нет, сейчас открой реально твою улицу моделька, ты видишь, это фиолетовый. Сейчас посмотрю, сейчас. Отмечаю. Давайте даже я так сделаю. Так, респект. Не хочет грузиться твоя моделька, блин, ни в какую. Значит, прилетели там во время полета, посмотрим. Настройка миссии. Так чё, мы прям... Ну ладно. Мы на последнюю миссию, кроме Луни, осталось идём. Давайте этот... если сейчас не жучок, то ли в нём? Сейчас не жучок, на Луне не может быть жучок. На Луне? Да. А нахуя тебе жучок? У меня челлендж на него стоит. На жучка? Да. Ну жучок потом, Андрей, не обессудь. Окей, окей. Погнали на Луну тогда. Пойдем, соснем хуйца, уйдем. Все, что нужно для хорошего дня. В Destiny. Кстати, какая сложность? Они дали выбрать. Да. А, ну значит все окей. Дальше. Я так раз помнишь, как с жучком, только на Луне типа. Something dark stirs. Тоже три высока подряд будет. Наверное. We can feel it. A hive abomination bred for unthinkable evil. We must pierce the veil of their summoning pits and destroy this creature. Андрей, твоя телочка болтает. Before the hive unleashed upon us all. Ну, скорее всего, да. Что-то она тут с этим голоском все лезет и лезет. Знаешь, какой старинный принцип ББПЕ? Знаешь, нет? Да. Да чехол это не был, понимал. Так. Чего все врубались? Потому что голубой байк. Голубой. А мы встречали розового мальчика. Мальчик. Я вас услышал. О! There's no telling how far down we'll have to go to find the summoning pits. Извините, но я еду на... Оу, я передумал туда ехать. Так, кто-то рядом. О, я в инвизе. Да, теперь я вышел из него. Когда рукопашкой бью, я в инвиз ухожу.
I'll try to open that gate. Уже закрыто? А это же самое, да? Да. A triptych of hybrids, said to be unfragile. Ладно, как откроется... А, тут задрожать надо. Вот, смотри на меня, видишь? Есть светло. They know we're here. Фиолетовый. I'll get to work. Где вы, где вы? Давайте я разнесу вас. О, Ваня! Ваня! Слышь, мне было уже бросло в студии? О, мне дали этот. На новый плащ будет. Так, еще один. А, парни, три волны, не поверите. Выбежали ублюдки. Одну голову, ну хуй так мало. А ты враг в натуре? Вообще... Ладно, до следующей волны снесло. Слышишь, вот сюда скоро выбрать челлендж, где справились некопатский метод. Опа! Еще один, да, ребят? Ого, рыцарь. Них нам сидел вас на течение. Зачем? Так, сейчас он занут кого-нибудь. Shouldn't be long. Фак, не допрыгнул. Хочу про фрага собой. О, все, утро. Так, нахуй. О, нету взрывающийся! Нехорошо получилось. Ой, как нехорошо получилось. Ой, сейчас, наверное. Визар! 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 О, оба снимают. Чё она делает? Болеет! А, еще одного, где ты? Я как помню кирпичи на первых на трех волнах. О, открылся. Ну вот это ничто. Это какие-то сыны. А кстати, слышите, может сейчас щитом-то моим мы тот страйк затащим как-нибудь? Да, щитом мы себя, конечно, не затащим. Но может без смертей затащим с щитом твоим. О, стой, я хочу тебя, подпишу. Не бери, там оба. О, вы уже внизу сидите. Там здоровое море, то есть. Угловой парень. Настрял дня, настрял. Ебальник. Ой, там большой. Никто. Да, хорошо. Black Box Idol, который денег привез. Я с вами, да? Вы меня слышите? Да. А то мне написали, что сетевые функции недоступны и нет связи с серверами. Кто это говорит, Андрей? Тебя пытаются... Дисконнект вот. Кто я? Ты кто, мальчик? Кстати, слышите? А если на эту миссию обязательно надо 3 игрока, то если Кирилл... Слабо, да? Нет. А, не, да, мы останемся. Вдвоем. Вот это кайф. А то прикиньте, до последнего доходим, Кирилл вылетает, и я его потом убиваю, когда вы приезжаете. А нет? Такой. О, музычка.
Иди подбрось свой двор. На одного, второго. Как барашков зарезал. Оу, кораблик. Я передумал. Кстати, да, нам не туда идти. На туре? Да, нам в другое место надо идти. Вроде как. Меня показывают туда, на другой конец. Да? Да. А вот это по-другому пути чешешь. Ну, давай, открыто, да. ФУДБ, все. Ладно, я пройду пока по пути. Да вы, они задолбались с этими щитами. О, может, я чуть-чуть отсюда, можешь снапы их. Да, может, как раньше, но я сейчас дольюсь! Ублюдок прям подряд шмалял. О, Ваня, просто. Поставил эту хуй, тебя не поднимай, кайф. Только не там рукопашек осталось прожить. А уж и 20. Ты удачник. Давай я пока мелки не разберу. Да, о, да вы задолбались уж мои. Мадафака. Мне тоже там. Живите, совесть. Да вы отбили кораблик еще. На уровне второго этажа, Суперчер! Пойду его ультой фигать. Сейчас подожди, у меня остановится броня. Ультую! Давай. Оу-оу-оу! Вот это поворот сейчас был, вот это поворот. Что? Что там не торчит? Серьезно? Отступаем. Всегда можно. Смотрите, не он меня. Сзади штучка-дрючка есть какая-то, она меня убивает! О боже! Молодцом. Ты 20 секунд.
Мы не переживем этого снова. 13 секунд. 13, 10, 9, 8, 7. Давай, давай, давай. 5, 3, 2. Все, 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 все. Отреспаунился. Ваня! Уклад, слушай, молодец. О, только один босак остался. Он умеет вверх стрелять. Так, попробуй. Я сейчас сольюсь! Справа от тебя! Ну, у меня 5 секунд. Можно. Сам. Здравствуйте, мужчина. О, Визард прям за мной бежит. Аккуратней, там народ уже. Так, а опять последний, да вы издеваетесь? Как слушать? Нормально, да, ну, вы страхи вам пути. Это Бернин Даун. Так, я бегу. Кто у нас в этом? Хорошо. Супер Черч! Сейчас мы устанем, сейчас мы устанем. Давай, давай, давай. Ну, да. Отлично. Собираем. Finally, the abomination has been destroyed. A creature of the dark has been slain, and our world spawned another atrocity. Yeah. How many more hive abominations are still out there, growing among the darkness? I fear we may find out all too soon. Чего не спи? Да танцуй внизу, давай прямо вот тут на середине будем танцевать, где он тут в цепях был. Много пространства, танцпол. Да, да. Если ты шипастую гранату дали, парни. Хоть хорошо. Башенку? Да. О, неужели хоть что-то дали? Какое говно, да, говно. Ну-ка, бетюха, говнище.
Что ты нашел? За PvP это лучше дают. Lucky 7. Пора разобрать. Башенку? Да-да-да. Да-да-да. Разбираем все говно. Можно ты это на планете разберешься, за деньги будут как бы? Что-что? Разбей. Так, все разобрал. Я сколько времени уже? Шесть. Давайте еще одну миссию, то на Венеру слетаем и все. А может страйк на Земле? Опять зачем? Паучка звоним. Кто нас опять? Да, ну если все в пяточную. Все уже сюжетное. Ага. Смотрите, сюжетное. Мы так три дня только в ПВП порезались. Страйк? Вот этот где? Паучок. Ну. Угу. Недельная миссия. Сегодня воскресенье. Ну, мы только что... Значит, для этого ходили. У нас... Дикю, не дикю? Что? Как бы завтра этой миссии не будет. Я знаю, но мы на нее ходили, и там довольно сложно. Ничего. Мы раз полчаса не уложимся. Или уложимся? А что ты просто обвалился? У тебя лимит? Ну да, я хочу посмотреть. Да. Она не из черта. А вообще срахнет. Так, что это распознать можно? И скорее обменять ходы после. Опять мне этот же плащик дали. Кайфовый еблер, сука. Так, сколько же бабосиков? Только. О, нет, он покруче. Ну, в смысле, он длиной такой же, но раскраска получше. Так, а как ты будешь смотреться с синей штучкой бережки? Ну что, брать челлендж на этого паука, один на него? Точнее, на шарик. Как хотите, мне похуй. Ну, давай. Что? Да, давай, давай. Окей. Паука. Беру. Эх, чем хорошо это закончится. Давай, да перестань. Ну, сука. Так, ты что-то прокачал, чё, я снайперчку. Минетик. Ой, подождите, мне надо этот как его сдать. Лол, видишь кин? И сюда. Четкий пацанчик куда-то туда побежал. Блин, что? Что? А, я видел. Четкий пацанчик на туре. Поэтому так и сяши всякие подходили и смотрели на меня. Это да, но он четкий пацанчик. А что там случилось? Чё, сидит там на перилках, ой, замечательность уникальная. Что делает пейзаж, какой красивый город, прям. Я тоже буду чё-то на пацанчика. Ну, кстати, на этой перилке тоже можно сесть. Попробуй. Не хочу. А где ты пришёл, Андрей? А? Пошли на миссию. Да нет, ты пришёл, я точно забыл. Ой, сейчас сяду. Четкий пацан. О, сел на пилку, да. На краю. Вообще, все выебнули.